Всем привет! Это первый выпуск видеожурнала «Модные дела». О всем позитивном и современном из жизни города Шадринска мы будем вам показывать и рассказывать. Больше счастья, больше позитива – такой девиз нашей видеопрограммы, нашего видеожурнала. А счастья и позитива так не хватает городу Шадринску. Итак, сегодня в фокусе. 8 февраля, понедельник. В городе Шадринске, да чего уж греха таить, во всей Курганской области праздник. Позитивное событие, приезд группы «Мумий-тролль» во главе с Ильей Игоревичем Лагутенко. Смотрим. Многие звезды становятся завертушки и становятся диджеями. Я знаю, что несколько лет назад на Белом острове Ибица у вас была возможность взять завертушки, попробовать себя диджеями, и 31 января вы выступили в Киеве. К этому отношусь очень просто. Когда-то я был ответственный за музыкальные программы школьных дискотек, тогда они назывались такие «Вечерние огоньки». Вот, в принципе, это занятие ничем не отличается от того, что сейчас называется диджеями. Это просто ставить музыку людям, или, скажем так, в угоду тем людям, которые находятся в зале, или если ты хочешь их ознакомить со своим собственным вкусом, или если ты можешь найти какой-то компромисс. Более подробно расскажите о проекте «Аэронавтика». Группа-то существует, она образовалась в городе Одесса, в общем-то, благодаря чему я ее знаю. Они мне передавали свои записи несколько лет подряд, по-моему, лет 5-6 или 7 даже, да, прошло с тех пор, как я впервые услышал. Мне понравилось название, в первую очередь. Мне понравилось, что они выбрали такую космическую тематику в своей музыке, потому что в электронной музыке не так много существует интересных, на мой взгляд, коллективов, как хотелось бы. Мы решили сделать такую определенную космическую программу, которую, в общем-то, мы презентуем в следующем году, только в 2011-м. Юбилей полета Юрия Гагарина, да, в космос. Вот поэтому у нас такой полет в космос. Это такой чистой воды эксперимент, наверное, для меня и одной из тех действительно амплуа, где мне бы хотелось бы быть, но в силу каких-то обстоятельств я чуть-чуть в другом нахожусь. А для ребят это тоже, наверное, какой-то, я надеюсь, опыт. Это электронный, исключительно электронный проект. Он, по-моему, не танцевальный вообще. Вот, он такой довольно тяжелый. И это еще не тот легкий и светлый космос. Это такие, пока проходим через метеоритный дождь. Что ожидаете от сегодняшнего концерта? Ну, во-первых, ожидаем, конечно, хорошей музыки. Однозначно, само имя «Мумий-тролль» говорит о многом. Не часто звезды подобного уровня приезжают в наш город. Кроме «Черного кофе», бывшего в прошлом году, такого уровня группы я что-то даже не припомню. Ну, в принципе, качественно хорошей музыки, конечно. Как часто вам удается бывать на концертах, где хедлайнеры, звезды такого уровня? Ну, достаточно часто. Раньше, в начале 90-х, это случалось в крупных городах: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Сейчас, в принципе, звезды снизошли до Шадринска. В общем, можно далеко не ездить. Я уже сейчас слышу, что
крики и вопли у нас на танцполе. Это говорит о том, что Мумий-тролль на сцене. Идем смотреть, идем слушать. Тельняшки рвали и кололи прямо на груди. Мне сердце остановится, не будет слышен стук. Ты свой последний танец танцевал уже без рук. Быть может, откопают через тысячу лет в фантиках жвачки и осколках монет. Где вылизан весь берег, не дошел до волны. Где рельсы вылезали из кармана страны. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе пылая. Владивосток 2000. Итак, ваше первое впечатление от концерта? Ну, впечатление, конечно, все замечательно, все здорово. Для нашего города, я думаю, первый раз такого уровня исполнителей. Ну, вы вообще являетесь поклонником группы Мумий-тролль? Да, очень давно уже, очень давно, с ее первых песен. А какие песни группы Мумий-тролль вы знаете? Ну, самые популярные — «Утекай», «Шамора», «Владивосток 2000». Впечатляет, очень даже впечатляет. Вы являетесь поклонником группы Мумий-тролль? Не особо поклонником, но мне очень много нравится в ихнем репертуаре. А вообще, какие песни группы Мумий-тролль вы знаете? Ну, если возьмем старое, а под старое можно подразумевать только то, что... Ну, а вообще, строчку из какой-либо композиции вы можете исполнить? Обязательно. Ну-ка. Мне под кожу, мне под кожу, мне дельфинов стаю. Впечатления очень хорошие. Мы очень рады, что в нашем городе Шадринске наконец-то приезжают такие знаменитые группы, как Мумий-тролль. И очень шикарно смотреть, да, в этом зале. Тем более, находясь на мягкой зоне. И в мягкой зоне обязательно. И мы тоже знаем обязательно песню «Утекай». Я жду и жду, и не дождусь этой песни. Да, буря, да, овации, эмоции, я жду ее. Вообще, какие группы и какие коллективы вы бы хотели увидеть здесь, на сцене ночного клуба «Шадринск Underground»? Коллектив, я хочу увидеть, я хотела Лолиту увидеть. Лолита — шикарная женщина. Лолита Беляцкая. Да, вау. Конечно, большое спасибо клубу «Ша» опять за неординарные события в нашем городе. Живая музыка, все круто, все классно. Ну и, естественно, это звезды, величина большая. Вообще, а какие песни из репертуара группы «Мумий-тролль» вы знаете? Ну, как бы так, в основном старые, последнее время не слушал, но... Ну, например, какие? Самолетами там, пароходами. Утекай в подворотне. Утекай в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Ну, круто. Утекай, подворотня нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишили свои чар. Машины в пар и все гангстеры. Остались только мы на растерзании. Парочка. Смотрит щелочку, что на отряд. Остались только мы на растерзании. Парочка простых.
вам звук сегодня? Звук хороший, очень хороший звук. Придете к нам 21-го на дельфина? Обязательно. Вы знаете, кто такой дельфин? Да, это рыба такая. Это рыба такая? Отлично! У нас гости, замечательные девчонки, которые сейчас нам расскажут свои впечатления о концерте. Это просто волшебно, это для нас большой праздник. Мы до сих пор не верим, что это все свершилось в нашем городе, наконец-то. Вот пришло счастье. Вы вообще являетесь поклонниками группы «Мумитроль»? Да. Что классно. Тоже их не любят. А самая любимая ваша песня? Ранетка. Голод. Кого бы из звезд российской эстрады вы бы хотели видеть на этой сцене? Биллис Бэнд. Сансара. Я думаю, наша мечта сбудется. Есть ли такое место на планете, куда бы хотелось приехать и остаться там навсегда? Есть места, куда я хочу постоянно возвращаться. Мне нравится Гонконг очень, как город моей мечты. Не знаю, я здесь имею в виду, что вот если бы я думал, какой город создать, то я бы, наверное, вот такой бы где-то создал. Мне очень нравится Кейптаун в Южной Африке, потому что это вот... Это какая-то такая квинтэссенция всего того, что я бы ожидал от своего города Владивостока, да, но вот оно случилось там, но там очень холодный океан, да, во Владивостоке. Вот в минувшие выходные по всей России прошли вечера встреч выпускников, вы со своими одноклассниками поддерживаете отношения? Поддерживаю с некоторыми, вот, но не со всеми, как-то так жизнь всех разбросала в разные стороны, да, и я же говорю, специфика нашего города, порта такова, что... В общем-то, все туда приезжают, как у Высоцкого, да, для того, чтобы уйти. Рещица, то ли большая, то ли малая медведица. Ваши впечатления от концерта? Впечатления отличные. Давно хотел посетить концерт «Мумитроля». Все понравилось, здорово, хотелось побольше. Обалденно. Все было вообще четко, вообще супер. Позитива море, вообще мне очень понравилось. Еще бы с удовольствием пришла. Вообще замечательно. Это вообще шай вообще сделал дело. Ваши впечатления от концерта? Супер, Артемка, вообще все здорово. Я вообще очень люблю «Мумитроля», отвечаю. Эх, впечатление вообще классное. «Мумитроль», между прочим, ждет. Как он мог из Лондона попасть к нам, да? Вот, легко. Между прочим, да, легко. Это значит перелет туда-сюда и... И сразу в Шадринск. И сразу же в Шадринск. С гастролями, это с концерты. Это нам очень повезло, между прочим, мне кажется. Я вообще в шоке. Да. Сильный чувак, вообще сильный. Какие песни он еще не исполнил? Но так хотелось бы, чтобы Илья их исполнил. Ну, и мне бы хотелось услышать песню «Так бывает не случайно». Но он ее не исполнил. Да, не... Но ее так бывает случайно. Я просто в шоке. Просто... В положительном? Абсолютно, абсолютно в положительном. Просто в восторге, в диком. Ну, не кажется, что очень было мало, хотя 2 часа. Ну да, еще не было песни «Невеста», не было еще несколько очень таких шикарных композиций. Можно было их включить, да. Но надо отдать ребятам должное, что они абсолютно без промежутков дали выступление вообще четко. Делали драйв. Поэтому вообще им респект. И уважуха. И уважуха. Супер, восторг полнейший. Не, вы хотите, если что-то выясните, да, там, просто следите сами, чтобы потом не опаздывать мне на концерт, а то потом скажешь, что опять задержали. Музыканты никогда не задерживают концерты, они всегда вовремя.